Всем здравствуйте, мои дорогие зрители. Мы сегодня приехали на улицу Парковую. Я не была ни разу здесь. И знаете, что я увидела? Появился остров у нас в бухте. Я просто его случайно заметила, и мы решили приехать и пойти на набережную и посмотреть вообще, что это за остров. Ну, конечно, мы издалека только посмотрим. Но я-то знаю, что это за остров. Я думаю, что канатная дорога, которая строится в данный момент, она будет прямо над морем и будет выходить как раз на этот остров. Вот. И вообще... Вы понимаете, что я даже не понимаю, где мы? Я тут вообще впервые. Это улица Парковая. Я здесь не видела даже, что есть вот такие улицы, если честно. И в этой части набережной я вообще впервые нахожусь так же. Ну, мне очень интересно. Уже пригнали. Ух ты! Спокойная, прозрачная, красивая. Такая чистая. Да. Кристина, может быть, это не остров? Может быть, это лодка такая? Смотрите, вон лодка, такие крутые лодки, на которых можно ночью потанцевать. Нет, ну удивительно, да, вон стоит. Может, это не нас? Может, они только начинают? Это не остров, это как называется, да, там работают на воде. Нет, ну а что они там делают? Вот. Ну, я думаю, что это связано с канатной дорогой все-таки. Может быть, начинают остров, да, делать? Они очень в шортах, смотри. А вот уже приплыли у нас. Да. Яхты, смотри, или как сказать-то. Вот это принцесса 64 называется. Там, по-моему, около 15 тысяч рублей в сутки стоит снять ее. Или, нет, или 30 тысяч рублей в сутки. Позвони, сейчас мы снимем. Думаешь? Конечно. Ну да, пишите, поплаваем на сутки, уйдем в море. Зачем мелочиться? Ну что, мы себе опять не можем никого позволить. Конечно, можем, господи. 150 тысяч всего. Интересно, у них наличка или безнал, он тоже принимает. Потом мне на кредитки. Пошли спустимся к воде, не хочешь? Вроде неплохо. Это что, это гараж или дом? Кристин, хочешь дом на море? Вот он. Продам. Али, ну аккуратно. Мам, смотри, я отсюда смотрю. Конечно же, запах тины. Ой, как тут классно, ребят. Смотрите, какая вода. Я бы прям сейчас пошла купаться. Интересно, а что это действительно такое? Оттуда что-то выезжает, наверное? Ноги не намочи, пожалуйста, только. Окей? Да. Нет, вот я думаю, что все-таки начинают делать этот остров. Говорили, что появится по проекту островок. Какая красота. Идем по набережной. А это, наверное, для этих, для охраны места. А слушай, натянут, да, такой? Камни? А, вот это, машинки не видно, да? Да нет. А? Нет, тут басик, наверное. А, так он к территории вон. А, так это голубая волна, я так понимаю. Тут будет бассейн. И эти, вон, да, душевые, туалеты. Смотри, да, смотри, голубая волна. Камушки нашла. Ух ты! Вообще серьезно. Смотри, поехали! Там все, наверное, камушки собирают, да? Угу. Как все на великах? Здесь чисто все на великах. Мы одни пешком. Машься. Тихо-тихо. Не сшиби меня. Да, точно. Это голубая волна. Это санаторий или пансионат, как он называется. Круть. Хочу взять велосипед. Нет, лучше мопед. Вот этот электрический, да?
электро? Да, такой сел и поехал. Либо самокат электрический. Нет, стоять. Лучше, чтобы сидеть. Вот. Надо взять и... Вот такой. Вот, да. Сесть и поехать по всей набережной, прикинь. Угу. Как круто. Все, дети опять потерялись. Да, точно, это голубая волна. Здесь же павлины гуляют, орущие вечно. Угу. Столько людей тут. А что, странно, почему не купаются вообще? Ну, погодка-то располагает. Ты где так музыка? В центре качает? О, боже мой. Вон, наверное, вон плывет корабль. Миша с Леной уже работают на набережной. Здесь они пока. Да? Да. Ну, Миша-то на корабле, а Лена приглашает туристов на прогулки. Какая счастливая, да? Офигеть, какая движуха. Да, пляж. Санаторий «Голубая волна». Живое пиво, квас, лимонад. Но еще нету ничего. Ну, у них красиво, кстати, на территории. Ты была внутри? Да. Была? Солнышко смотри, пытается просочиться. Смотрите, как мы... Давайте. Вот давай. Вот им кайфово, слушай, я тебе скажу. Здесь мы рапанов-то собирали. Фу, я как вспомню этот запах, когда их варили. У нас, кстати, история была вот недавно совершенно. Здесь было два лебедя. Одного застрелили. Я не знаю, ну как так можно? Лебеди и так уже сюда не прилетают. А тут аж два. Они бы расплодились у нас бы, как чайка их тут. Причал номер 82. А что сюда никто не приплывает? Интересно. Какой медпункт? Серьезный, Кристин. Срочно в медпункт. Собачка нет. А что, самокат чуть в воду не уехал сейчас? Нет, я тебя спрашиваю. Сонь. В море чуть не укатило. Угу. Ты поймала его? Да. Угу. Вон уже купаются, говорят, кстати, вода теплая. Но здесь, да, не очень как-то чисто, всякие бумажки какие-то. В смысле, он плыл, и там так мелко? Да, там он до середины. До толстого мыса, наверное. Да, можно отойти пешком. Да, такое ощущение, что он плывет и сейчас встанет. Не, слушай, мне нравится, что вот так вот мелко, потому что с мелкой. Дружок ждет, вот видишь сюда. Где? А-а-а. Да, да. А, так он еще и на привязи. Ну, молодцы так-то. В мае уже купаются, да? Да, да. Им так кайфово. Почему-то я им сейчас завидую. Хотя на улице сейчас не так жарко, чтобы купаться. Да, заметила? Мы отошли немного. А, так вот мы где Золотая бухта, аквапарк. Мы дошли, и тут уже ветерок такой дует. А у нас на районе, там, на южном микрорайоне,
У нас там вообще такой ветер холодный, мы думали даже зайти переодеться. И приехали на Тонкий мыс, а тут тепло. Но вот сейчас уже прохладнее становится. Туда, в сторону центра. У тебя новая кепка? Да. Ты рада? Перевязка. Да. Давай, пошли. Мне говорит такая, мам, можно я твою кепку одену? Она в ней тонет просто. Пришлось купить. Соня, он еще закрыт, аквапарк. Оно только летом открывается. Вот в такой вот прокатиться, серьезно? Я не была тут ни разу, кстати. А там много горок? Больше же ведь он, чем этот? Ой, как его там? Где бегемот, да? Тут такие очереди, я видела, тут жесть. Ну, да, и в бегемоте там очереди такие. Там надо полдня простоишь на какой-нибудь, ну, возле детского бассейна, на детский город, там нет очереди. Да? Ну да. Один раз прокатилась. На детской горке ты прокатилась? Нет, на такой, что лифчик в этом, не скала. В бассейне? Серьезно? Что там за лифчик у тебя такой легенький? Да нифига себе, лифчик, ты их хереешь. Напор, да? Просто там сплошняком надо только купальник, чтобы я ничего не слетела. Может, обратно пойдем? Да, уже куда? Девочки! В принципе, до центра дел. Самоцветы на Тонком мысу. Я купила себе браслет. Картошку осталось. Я купила себе браслет, лунный камень и жемчуг кальцевированный, как она сказала. В общем, мой камень, мой знак зодиака рыбы. Да. Не, нормально, пусть так, да. Я тоже хочу браслет. Алиночка, это камни моего знака зодиака, потом мы тебе тоже обязательно купим. Хорошо? Только знаешь, какого? Синенького цвета. Хорошо, и металл какой-то, короче, не знаю. 300 рублей всего, странно. Ну, в общем, талисман мой тебе. Все. Мы уже сейчас идем домой, стало как-то свежеть, поднялся ветер, и такой уже свеженький. Так что мы выдвигаемся в сторону дома. На сегодня наш влог закончен. Ребят, подписывайся на канал, ставь лайк и обязательно смотри следующие выпуски, которые выходят практически каждый день. Пока.